Здравствуйте, друзья. Давайте собираемся. Надеюсь, что те, кто все-таки ставили таймер, увидят, что я вышла в эфир. Вообще надо было просто два раза провести. Заходите. Давайте минуточку подождем, да, пока все соберутся. Всем добрый вечер. Сегодня у нас с вами по традиции гипнотический эфир. Эфир с очень-очень классной, мощной, при этом очень такой бархатной, аккуратной, экологичной гипномедитацией. Назовем ее так. Это действительно очень похоже на медитацию. Запись будет, друзья. Скажу это один раз сейчас в начале, больше повторять не буду. Поэтому приглашаю вас всех. Кто зашел, может быть, первый раз, напишите, пожалуйста, плюсики, кто был в прошлом году. В прошлом году мы делали не абсолютно, но такую же медитацию. В этот раз она, конечно, будет немножечко другая, чтобы, опять же, keep things interesting, да? Немножко ее модифицировала. Вот, да, пришлите плюсики, кто был в прошлом году, кому понравилось. Я предполагаю, раз уж вы здесь, было полезно для вас. Должна подчеркнуть невероятнейшую полезность вот таких практик, если вы, например, занимаетесь йогой или кундалини, или, я не знаю, как называется на русском, звуковыми чашами, и, конечно же, гипнозом, да, гипномедитациями. Это невероятно ресурсное состояние для вашей психики, потому что это... Эти, знаете, 15 минуточек, которые мы с вами проведем, да, вот в таком приятном путешествии, это эквивалентно, это доказано врачами, 12-часовому сну. Это очень-очень полезно именно для вашей нервной системы. Итак, да, давайте, как подготовиться? Я давала инструкцию, проговорим еще раз. Я приглашаю всех вас устроиться удобненько. Конечно же, для каждого удобно, это очень субъективное. Но приглашаю, чтобы у вас была обязательно опора за спиной, опора за шеей, да, чтобы вы как бы не сидели, знаете, на табуреточке, да, и вас не напрягались никакие мышцы. Зачем это надо? Давайте, наконец-то, пригласим себя кайфануть и расслабиться. Ведь действительно так редко в жизни получается по-настоящему расслабиться, дать себе эти, господи, шальные 15 минуток полежать в комфорте. Поэтому если у вас есть комфортное классное кресло, если есть диванчик или, может быть, подушечки, да, которыми вы можете, знаете, подпереть себе и голову, можно ручки подпереть, можно подушку положить, знаете, вот сюда вот на on your lap, как говорят на американском, да, и ручки вот на подушечку положить. Вот сядьте удобно, как это было бы для вас. Единственное, что приглашу, это не лежать. Не лежать прям целиком полностью, потому что есть шанс, что вы заснете. И хоть и это, опять же, абсолютно безопасно и прекрасно, на самом деле, если вы заснете, я потеряю с вами контакт, эффекта такого не будет. Что сейчас, опять же, успокоит очень многих переживающих, потому что контакт мне нужен. Вы будете в своем уме. Вы будете абсолютно все слышать, абсолютно все понимать, и абсолютно все будет под вашим контролем. В этом и идея, что мы расслабляем тело, мы, наконец-то, симпатическую систему разгрузим. То есть вы все будете слышать, да. Ну, лежать тоже можно, но просто, как говорится, знаете, чтобы не заснули. Потому что если вы заснете, вы меня перестанете слышать. На самом деле, это не то, что мне надо. Свет вот по вашему усмотрению, как вам удобно. Знаете, тоже, если можно немножко, да, его притушить, чтобы глазки тоже отдыхали, тоже замечательно. Но в любом случае это нормально. Мы с вами... Просто делаем медитацию, рассматривайте это так. Пока вы устраиваетесь, да, устраиваетесь удобненько, на креслице, на диванчик, можете засунуть меня в наушнички, очень советую, да, чтобы тоже не напрягаться, слушать меня. Старайтесь, да, создать для себя пространство, чтобы вас никто не беспокоил. Если вас побеспокоят, если вас отвлекут, не переживайте, это абсолютно безопасно, ничего страшного, там, если что, откройте глазки,
закройте глазки и, как говорится, присоединяйтесь к нам, когда сможете. Я понимаю, что детки есть у людей, может быть, там ребеночек подойдет. Вообще не переживайте. Это все абсолютно экологично. Пока вы устраиваетесь, давайте поговорим про... По времени, я думаю, минут... Само путешествие приятное, наверное, минут 15. Ну, давайте скажем 15-20, да, пока мы сейчас... Я побубню, чтобы всем стало комфортно, чтобы все устроились, кто-то может еще подбежать на эфирчик. Я вижу, что цифра увеличивается. Поговорим про технику безопасности. Гипноз абсолютно экологичен. Им невозможно вам навредить. Невозможно вам ничего внушить. Потому что, еще раз повторяю, вы будете в себе, и все, что ваше, прекрасное, мощная, сильная психика не захочет. И очень печально, что иногда психика не хочет того, что вы хотите. Такое тоже бывает. Но все то, что ваша психика не захочет, она ни в коем случае не возьмет, она отвергнет. Поэтому, знаете, у нас путешествие с вами будет сверхнейтральное, мы будем ходить по природе, знаете, ничего такого будоражащего не будет. Но если вам что-то не нравится... Как говорится, знаете, не делайте, не представляйте, как это пропускайте. Вот. Ощущения у каждого очень индивидуальные. Нету правильного ощущения, нету правильной глубины, знаете. Поэтому сегодня каждый почувствует себя по-своему. Вам не обязательно, знаете, вырубаться в каталептический гипноз. Хотя можно. Вы можете себе это позволить. Это будет безопасно, это будет классно, это будет глубоко. Но вы будете ровно там, где вашей психике надо. На самом деле, сегодняшним парадом руковожу не я, а ваша психика. Каждого из вас, поэтому я не переживаю за такой групповой формат. Я исключительно инструмент, который, знаете, будет вам бубнеть в ушки, а вы, как говорится, будете лететь уже в своем темпе. Поэтому если вы... Знаете, не чувствуете, да там же вы там отлетели, или недостаточно что-то расслабилось, или какая-то часть тела напряжена. Я приглашаю, что бы с вами ни происходило, исключительно наблюдать. Потому что все ощущения, которые у вас будут, они не просто так. Это все подсказки, нет ничего плохого или хорошего. И в нашем вот этом путешествии, знаете, таком фантазийном, да, где мы будем гулять по природе, если вы будете видеть что-то такое свое, если вам будут всплывать какие-то фантазии или воспоминания, не судите их, не оценивайте их, не пытайтесь их, знаете, контролировать. Вот разрешите себе наблюдать за всем, что происходит, и потом поанализировать, поисследовать, поразмышлять, можете обсудить это со своими друзьями. Вот такое вот приглашение, дорогие друзья, к вам всем. Если вдруг по каким-то причинам вы очень тревожитесь, вы меня не знаете, вы меня видите в первый раз, никаких проблем. Можете, если хотите, даже глазки не закрывать. Хотя я, конечно же, приглашаю всех, кто меня знает, кто был на этом эфире, конечно, глазки закрыть, прям хорошенько, наконец-то погрузиться в себя, в свои чувства, да, в свои ощущения в теле. Это очень-очень классно. Но если вдруг, мало ли, можете просто глазки опустить. Знаете, там, если вы сидите, ну, просто, чтобы вы не напрягались, да, не смотрели, ну, можете просто их, как, знаете, вот так вниз опустить, чтобы мышцы отдыхали, да, когда мы начнем представлять наше приключение. Можете, знаете, слушать меня как сказку. Вот такой вот инструктаж. Хорошо, друзья? Я думаю, что все уже устроились. Давайте последний поток плюсиков. Кто устроился, кто сидит, кто готов, пришлите плюсичек, пожалуйста, чатик, и мы начнем. Да, запись, конечно же, будет. Что, я уверена, дает еще больше ощущения безопасности всем. Да. Отблагодарить можно будет исключительно вашими прекрасными словами. Словами, комментариями. Хотите, там, потом напишите, как вам понравилось. Для меня это будет лучшая благодарность. Я вижу, что все уже устроились. Отлично. Я предполагаю, что слышно меня хорошо, видеть меня не надо будет. За это я сильно не переживаю. Все, отлично. Я вижу, что, в принципе, много людей в эфире тоже. Давайте тогда начинать. Можете меня положить рядышком где-то. Все, можно на меня не смотреть. 15-20 минуточек. Кладите телефончик рядышком. Кладите, хотите его на грудную клетку положить, хотите, положите рядом. Можете забыть про чат,
Ничего делать больше не надо. Можно просто меня слушать. Я попрошу вас устроиться и выбрать перед собой точку, знаете, так чуть выше уровня глаз. Вот если бы вы смотрели прямо перед собой, вот чуть-чуть повыше, где-то, может быть, на потолке или на стене, можете выбрать любую точечку и просто на нее смотреть. Ваш взгляд, может быть, первое время немножко побродит, знаете, выбирая лучшую точку, самую подходящую точку. Ничего страшного, можно дать немножко времени. В какой-то момент взгляд зафиксируется на какой-то точечке. Можете просто на нее смотреть и слушать мой голос. Просто смотреть на точечку, слушать мой голос и чувствовать свое поднимающееся и опускающееся дыхание. Смотреть на точечку, слушать мой голос и чувствовать, как поднимается и опускается ваше дыхание. Потому что вы можете себе наконец-то разрешить эти приятные, глубокие, спокойные вдохи, медленные, глубокие. Это движение исцеляющей энергии просто от вашего дыхания. И можно разрешить себе начать выдыхать уже сейчас все то, что вам больше не служит. У каждого это сейчас свое. С каждым выдохом вы начинаете выдыхать все, что вам больше не служит. И ваше тело, сознательно и бессознательно, уже начинают процесс гармонизации. Пока вы отпускаете уже все, что не нужно. Этот процесс самоуспокоения, такой натуральный, такой естественный. Ваше тело знает лучше всех, как этот процесс проживать. И тогда я попрошу вас представить на макушке маленькую точечку. И эта точечка — источник расслабляющей, успокаивающей волны. Какой температуры будет именно ваша волна? Она будет тепленькая, будто одеялочко, или освежающее, может быть, как летний ветерочек. Вот какая она именно у вас, эта приятная расслабляющая волна, которая начинает свое движение с самой верхушки макушки через все ваше тело, до кончиков пальцев ног. И пока волна двигается вниз, вы можете почувствовать, как расслабляется ваш лоб и расслабляется затылок спереди и сзади. И тогда мышцы бровей расслабляются, и пространство между бровями расправляется. И расслабляются мышцы вокруг глаз. Расслабляются скулы. Челюсть имеет свойство накапливать особенно много напряжения, спазма. И поэтому в челюсть мы можем направить особенно много волны. Может быть, именно на челюсти температура изменится. Может быть, она немножко станет теплее и начнет это напряжение таять. Напряжение от, может быть, всех невысказанных слов и обид. От злости.
можно именно эти чувства в себе больше не носить. Потому что эти чувства, не переработанные вашим телом, не несут вам никакой пользы, и поэтому можно все напряжение из челюсти наконец-то отпустить. И челюсть расслабляется. Пока приятная расслабляющая волна спереди и сзади спускается по затылку в шею. И вниз по шее успокаивающая волна спускается к плечам. И плечи тоже являются очень накопительной точкой. Здесь может быть очень много ответственности, давление, напряжение. И плечи тоже мы приглашаем наконец-то расслабиться. Можете плечи согреть. И тогда плечи начинают с каждым вашим выдохом таять, как мороженка на солнцепёке. Плечи наконец-то тают в расслаблении. Расслабляется каждая мышца под лопатками, пока волна спереди и сзади спускается в грудную клеточку и по спине. И расслабляются мышцы грудной клеточки. Расслабляется солнечное сплетение. С каждым вашим вдохом оно будто бы раскрывается, растягивая все мышцы, принося еще больше расслабления. Спазмы из всех мышц, даже самых маленьких, выходят прямо сейчас с каждым вашим глубоким вдохом и выдохом. И тогда приятная волна спускается еще ниже, в мышцы живота и по спине вниз. И здесь я хочу пригласить расслабляющую, исцеляющую волну проникнуть в каждую клеточку вашего организма, потому что в этом состоянии ваше тело способно направить в каждую клеточку вашего организма, в каждый орган расслабление, регенерацию, исцеление всех клеточек в этом состоянии спокойствия. Может начать процесс восстановления каждая клеточка. А вам ничего не надо делать. Вы можете просто наблюдать. Может быть, улыбка появится на ваших губах от осознания, что вы даете это пространство для себя, и для вашего организма, и для вашей симпатической нервной системы наконец-то перестроиться в парасимпатическую. И в этом состоянии происходит действительно лучшие процессы для вашего организма, пока мы спускаемся ниже. И расслабляющая волна спускается ниже мышцы бедер. И расслабляются мышцы бедер. Очень часто напряжение накапливается внизу спины. Мы очень много сидим по работе. И сюда тоже можно направить особенно много теплой, согревающей энергии. Мышцы таза. И расслабляются все мышцы таза. Пока приятная, успокаивающая волна спускается в мышцы ног. И расслабляются мышцы ног. И мышцы рук. Волна спускается по конечностям, расслабляя локти и колени, кисти, стопы. И можно мысленно поздороваться с каждым пальчиком на своей ноге и руке. Как часто вы это делаете? И направить туда свой внутренний взор. Пока все тело наконец-то погружается в приятное состояние обмякшести, отдыха. Тело может стать тяжелым,
можно почувствовать опору под своим телом. Потому что все тело полностью расслаблено. И мы можем оставить тело выполнять все те функции, которые оно знает, как выполнять лучше нас всех. Функции восстановления, регенерации всех клеточек, восстановления нервной системы клеточек. Пока мы с вами оказываемся в особенном для нас месте. И это место сейчас для каждого из нас будет очень индивидуальным. Но сейчас вы оказываетесь в месте, где вокруг вас раскинулись цветущие луга. Вы оказываетесь на прекрасной цветущей природе. Какая она у вас, эта природа? Какая она ваша природа? И сейчас раннее утро. И воздух свежий-свежий. Чистый. И он такой чистый и ясный, что можно видеть все на километры перед собой. И вдыхать полной грудью. И рассматривать горные хребты, виднеющиеся заснеженными вершинами и распростертыми полями и густыми зеленеющими лесами, по которым где-то там вдалеке бегут кристально чистые реки, наполняющие своей животворящей чистотой все живое вокруг. И перед вами тропинка, которая вьется через эти долины с полями цветущих горных цветов. По тропинке выступаете расслабленно и уверенно, потому что в этом мире, в вашем внутреннем мире, на тропе вашей жизни. Вы всегда молоды. И вы дышите глубоко и легко, шагая вперед. Двигаясь все глубже в лес, вы не можете не заметить, как он становится все пышнее. Земля здесь такая мягкая-мягкая. И влажный, сочный мох окутывает древние, могучие деревья. Огромные, высокие, многолетние деревья. Их сильные корни идут глубоко в землю, создавая ощущение надежности и опоры. И невероятные запахи этого леса, этой сочной зелени подсказывают вам, что эти деревья обладают мудростью и силой вашего рода. Все знания, умения и мудрость вашего рода хранится в этих лесах. И это значит, что, продвигаясь через эти леса, вы можете вдохнуть, впитать каждой клеточкой своего организма все необходимое вам сейчас в вашей жизни, подсказки от вашего рода, силу и опору, имеющуюся для вас в вашей природе, в глубинах вашего бессознательного, для вас есть все.
пока вы продолжаете неторопливое движение вперед по этому лесу. И через какое-то время, может быть, не сразу, но очень скоро вы почувствуете на своем лице тепло пробивающихся через листву золотых солнечных лучей. Они переливаются в ваших глазках оттенками оранжевого, голубого. И через какое-то время вы окажетесь на тайной поляне этого леса. Эта поляна очень особенная. Она защищена кронами самых мощных деревьев, самых сильных деревьев. Она находится в самом центре вашего леса. И солнышко здесь сияет особенно нежным, теплым золотом. И трава здесь такая молодая. Она как шелк. И вокруг так много полевых свежих цветов. И выйдя на эту полянку, вы увидите речку, маленькую речку и камень, стоящий у этой речки. И на этом камне вы увидите сидящего ребенка. Этот ребенок сидит к вам спинкой. И поэтому вы можете не спешить заявить о себе. Вы можете его порассматривать. Я приглашаю вас искренне полюбоваться этим ребенком. Посмотрите, во что он одет, что он делает, какие у него волосы. Этот ребенок невероятно особенный. Этот ребенок такой же особенный, как и вы, потому что этот маленький ребенок — это маленький вы. И поняв это, вы не сможете не почувствовать улыбку на вашем лице. И ребенок сразу обернется, и тогда вы можете ему помахать, можете с ним поздороваться, можете ему сказать, что вы — это взрослый он, а он — это маленький вы. Ребенок может обрадоваться вам, а может удивиться, увидев вас. У каждого это будет очень уникальный опыт. Но ребенку можно разрешить и поприветствовать его искреннюю реакцию на вас. Возможно, он удивится, потому что, возможно, он давно тут сидит один. Возможно, целую вечность. Ребенок может быть не испуган, но может быть растерян. Может искренне не знать, что с вами делать. Какая реакция будет у вашего ребенка? И тогда вы можете опуститься на колено к журчащей речке. Можете подозвать ребенка к себе рядышком, если он еще не подошел. Можете оставить его сидеть на камешке, как будет удобно ему. И можете опустить руки в свежую воду. Капельки воды блестят и струятся вокруг ваших ладоней солнечными лучами и живой энергией этой воды. Эту кристально чистую воду можно выпить, можно умыть ей лицо, можно почувствовать спокойствие, взаимодействие с этой водой, с этим источником.
И тогда вы можете подумать о подарке для своего внутреннего ребенка. Силой своих рук и любовью из вашего сердца, из источников свежей, теплой, горной воды. В физическую форму идет наполнение ваших самых искренних чувств для вашего внутреннего ребенка. И чувства приобретают цвет. И цвет приобретает форму. И форма становится реальностью. И реальность становится самой особенной игрушкой. Только для вашего ребенка, которую вы держите в ваших любящих руках. Я приглашаю благословить эту игрушку еще раз своей самой искренней любовью. И протянув свои руки вперед, игрушка окажется в ручках вашего ребенка. Ребенок может взять эту игрушку и прижать ее крепко-крепко-крепко к сердечку. И почувствовать вашу искреннюю любовь. Все тепло, которое хранится в вашем сердце. Тогда игрушка начнет таять на его груди, наполняя все его тело теплом, любовью и светом. И тогда трансформация происходит. И тогда свет прольется. И ребенок сияет теплом и лаской ваших рук, словно ангелочек, который только спустился на землю, родившись в своей физической форме. Держите в своих объятиях эту только родившуюся искорку жизни. Любуйтесь ей и наблюдайте чудо того, что наконец этот ребенок может почувствовать, что он заслуживает всего изобилия этого мира в ваших объятиях. Просто так. Этот ребенок заслуживает всего изобилия этого мира. Просто по праву своего рождения. Просто так. Это трансформация, это единение себя с собой. Когда наконец-то любовь и свет проникнет во все клеточки. И теперь есть только один ребенок. Танцующий на этой полянке. Танцующий в лучах солнца этого волшебного леса. И этот ребенок — это ты. И ты так прекрасна. И ты так полна жизни.
Тебя так легко любить. И тебя так легко любить. И тебя так легко любить. И цветы, и леса, и реки, весь мир, и сияющее над ним солнце, навеки твои, навеки твои, навеки твои. И тогда можно поблагодарить себя, свое тело, сознательное, бессознательное, разум, за то, что ты здесь, за то, что ты проделала для себя сегодня лучшую работу. И тогда на ноль можно заметить, что все двери в бессознательное закрыты на тысячи надежных замков. И это означает, что ничего негативного больше не пройдет, потому что бессознательное уже заперло все двери на тысячи самых надежных замков, тем самым блокируя все негативное. Больше ничего не пройдет, что тебе не служит. И тогда на один мы медленно, комфортно начинаем возвращаться в здесь и сейчас на два. И на три можно почувствовать улыбку на лице от проделанной работы. Пока на 4 я приглашаю всех сделать глубокий, наполняющий вдох. И полный, расслабляющий, выпускающий все остатки, выдох на 5. И в своем темпе можно потихонечку потянуться ручками, как после сна, подвигать конечностями, ножками, ручками. Можно покрутить, потянуться, открыть глазки в своем темпе, вернуться в здесь и сейчас ко мне. На 0, 1, 2, 3, 4, 5. Мы возвращаемся в здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Полностью проснувшиеся и вернувшиеся в здесь и сейчас на 0, 1, 2, 3, 4, 5 в своем темпе. Это нормально, что я 39-летний мужчина, а по тропинке шагала маленькая девочка, на камне сидел маленький мальчик. Абсолютно нормально, конечно. Все, что вы видели, мои дорогие друзья, это образы, созданные вашим бессознательным. Как я сказала, в каждом образе есть своя символизация, потому что бессознательное не разговаривает словами, оно разговаривает образами. Я в шоке, меня никогда не брала ни одна медитация, тут закрутила. Большое спасибо, да. Уснула, проснулась, ничего страшного. Слезы текли легко и хорошо. Мне было очень красиво. Я очень рада, да. Я уснула. Ничего страшного. Спасибо, милая Лиза. Мне 32, я видела маленького мальчика-ребенка. Абсолютно нормально. Вздремнула в серединке. Да. Вся подушка мокрая, да. Даже температура наладилась, да. Да. Спасибо. Уснула, в такой легкости проснулась. Прекрасно. Когда увидела маленькую девочку, так счастлива была. Да, прекрасно, да. В каком-то полусне. Все правильно, как будто не с вами. Это норм, да.
Любое ваше состояние было норм. Закрытые глазки, открытые глазки, все норм. Как я вначале сказала, у каждого свой очень-очень уникальный процесс. Конец, чуть не уснулась, да. Тепло. Конечно, эфир сохранится, да. То, что нужно было именно сегодня. Прекрасно. Так легко стало. Спасибо большое, очень рада, да. Был какой-то звоночек, я очнулась на нем, да. Не переживайте, если вы в какой-то момент немножечко отлетели, это тоже естественно. И на определенной глубине все равно работа идет. Раз вы вернулись, видимо, вы недостаточно. Вы не упали в дельту, да, вы, вас не совсем вырубилось, да. Выставил большой забор вокруг себя и ребенка. Конечно, можно с ним остаться, да. Это хорошо, что хочется продолжать рыдать. Вы можете себе разрешить продолжить. Конечно, пусть оно, как говорится, да, выходит. Было непросто. Сознание скакало, тревожность, да, да. Момент с закрытием подсознания хорошо помог. Да, прекрасно. Да. Да. Почувствовала, как все вокруг меня любят и поддерживают. Прекрасно. В середине было мгновение, ощущение, что выпустили меня отсюда, да. Потом прошло чрезвременное открытие глаза. Угу. Ощущение новых сил, чистоты сознания. Хорошо. Получается, как бы долюбливаем себя. Да, да, это работа с собой, да. Благодарю, конечно. Подкидывала в конце ребенка и радовалась. Какая прелесть. Да, сидела ручки и целовала. Просто вообще волшебно. Спасибо. Ловила себя, что периодически улетаю в другие мысли. Это тоже очень нормально. Да, как будто возвращала себя в настоящее. Это не просто так. Вот эти вот, я вначале, да, вам сказала, поднимающие какие-то мысли, картинки, я вам подскажу. Это ваше бессознательное, перерабатывающее их. Это очень хорошо. Поэтому я с самого начала сказала, все, что поднимается... Просто наблюдайте, потому что бессознательно, параллельно нашему путешествию, на самом деле, в этой практике вы не представляете, сколько невероятной для вас работы происходит. Потому что это путешествие позволяет вашему бессознательному как раз наконец-то в этом редком состоянии расслабления, но присутствия, наконец-то переработать все то, что уже давно нужно было переработать, но не было пространства, не было психического пространства. А вот этот гипноз, да, вот это состояние такое интересное, тотального как бы выключения, расслабления тела, да, и расслабления вот этого критического, контролирующего ума, это одно из самых ресурсных состояний. Вот именно в этом состоянии могут наконец-то перерабатываться все вот эти, знаете, зажимы, подавленные эмоции, все зажатые, да, которым, как говорится, места не надо в вашей системе. Поэтому если что-то вот так вот, да, всплывали какие-то мысли, они на самом деле, скорее всего, себя наконец-то перерабатывали, да. Поняла, что трудно визуализировать обрывистые образы. Да, ничего страшного. В голове, да, это, скорее всего, тоже что-то перерабатывалось. Концы кружились в маленькой девочке. Прекрасно. Все прошло так приятно, гладко. Вот, отлично. Чувствуются изменения. Да, кто вот уже делал такие, да? У меня тоже был мальчик. Ничего, вообще это абсолютно не важно, да. Лиза, открытие года. Большое спасибо. Чувствую любовь природы ко мне, как прекрасно, да. Комфортно на душе. Малышка с большим солнечным драконом. Прелесть. Мне тоже 32, мальчик, да. Ничего страшного. После закрытия дверей захотелось потянуться, как после сна. Угу, да, почувствовали, да. Есть такие, есть такой склад психики, который вот он как будто предугадывает, да, по ощущениям, он как бы чувствует, что, видимо, его собираются выводить, да. Подскажи, пожалуйста, почему после аналогичных практик может быть зажим челюсти? Это очень индивидуальная история. Тут так не угадывать не стоит. Может, там какой-то особенный спазм, да. Мы обнимались, отлично. Я обнимала с собой маленьким, танцевала, виляя жопкой, шикарно. Подарила ребенку солнечную лошадку-качалку, смотрите, как классно. Мы тоже танцевали, она мне на ручках такая счастливая маленькая, да.
В этом году мой ребенок был старше. Рады были видеться. Брызгались водой. Класс. Вспомнила игрушку, с которой носилась. Ребенку подарила другую яркую, мягкую. Можно часто повторять, особенно если слегла, вздремнула. Я беременна, еще думаю, это тоже не противоречит. Нет, ни в коем случае это не противоречит. Нет, 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 это прекрасно. Наоборот, лишний раз про симпатическую систему успокоить, конечно. Маленькая девочка была, да, в трусиках, красных сандаликах, подарила яркую погремушку. Превратилась в яркое платье. Видите, какие интересные образы у каждого, да, насколько это индивидуальная работа. Гипнолог, да, это как инструмент, видите, он ведет, а ваше бессознательно на самом деле делает работу. Я не предлагала, видите, ни платец, ничего, я предлагала игрушку особенно для вашего ребенка, а бессознательно уже достраивает, что там, какая там самая острая потребность. И эту потребность, вашу психическую, он загоняет в некий образ. То есть там платьица, погремушка, да, это все бессознательные образы, и расшифровку знает, ну, хотел сказать, только ваше бессознательное, ну и терапевт, конечно, да, он способен расшифровать. Но эта работа, это невероятная работа, да. Да. Хочется также самой себя расслаблять, успокаивать в стрессовых ситуациях, но никогда так не получалось, да. Да. Походу, у всех 32-летних был мальчик. Было трудно представить игрушку. Цвет сразу материально медленно находилось. Ничего страшного, да. Подарил ребенку елочный шар. Видимо, знак, что пора наряжать елку. Кто такие гипнокоучинги? Я не знаю, кто такие гипнокоучинги. Я гипнолог, гипнотерапевт. Вместо игрушки живая собака. Лиза, ты сам большой подарок. Большое спасибо. Вообще очень приятно. Сначала был мальчик, потом превратился в девочку. Нормально? Абсолютно. Вот эти вот все какие-то, видите, процессы, это все то же самое. Это бессознательно что-то прорабатывало, что-то там переживало, что-то фильтровало. Это процессы. Это все процессы. Как я вначале сказала, еще раз скажу, не пытайтесь ставить этому оценки, не нужно ставить оценки. Просто наблюдайте и можете вот поисследовать, поразмышлять, что бы это, может быть, могло значить для вас. Да. Не могла выбрать одну, подарила две. Замечательно. Замечательно. Пошли слезы, моменты. Концентрация на одной точке. Слово в том, что глаза могут блуждать, искать подходящие. Пошли слезы, расслабление, разрешение, что все со мной хорошо. Представляете, да, вот даже на этом уровне. У каждого, вот на первых секундах, да, для человека что-то, да. Человек что-то для себя получил, какой-то ресурс. Что выбирать точку некоторое время, это абсолютно нормально, да. Это тоже очень важно. На самом деле, знаете, профессиональный гипноз — это очень сложная сценарная штука. В гипнозе нет настоящим, нет лишних слов. И действительно, там заложены вот эти вот семечки везде, включая, да, историю про точку. Это была заложена семечка, конечно. И видите, в чем секрет профессиональнейшего гипноза? В том, что вот эта девушка заметила это. Видите, она заметила вот это разрешение, что со мной все хорошо, даже если мои глазки блуждают. Остальным это внушение тоже сработало. Психикам, да, вот то, что я вначале сказала, ваша психика, что ей не надо, она отвергнет, что ей надо, она возьмет. То есть очень много вот таких вот зернышек было в этом гипнозе, которых вы даже не заметили, но которые, если психика взяла, будут иметь сверхпозитивное влияние на вас. Почему? Когда люди именно работают в гипнозе, зачастую жизнь начинает меняться, но не особо понятно почему, да? То есть вот эриксоновский гипноз, он этим волшебен, что
тебе кажется, что ты просто разговариваешь с гипнологом, он рассказывает тебе какую-то историю, но никогда гипнолог просто так не разговаривает. Поэтому мои разборы сериалов так невероятно влияют на девушек, да, и молодых людей, которые их смотрят, потому что я использую особенные речевые конструкции каждый раз, которые незаметны непрофессиональному уху. Я знаю, что у меня фолловят НЛ-перы, коллеги и подруги тоже. Но вот эти специальные конструкции, они проникают в бессознательное, они его выравнивают. Они человека выравнивают, и он просто идет в жизнь, да, и такой, я в этот раз отреагировала совсем по-другому, да, вот, типа, я привыкла, что я вечно себя там, а тут я решила, да, и хай с ним, все со мной нормально, интересно. И не замечает, да, что вот даже вот в таких вот простых вещах, как если ваши глазки сейчас бродят, это нормально, можно разрешить себе какое-то время выбирать, идет вот это вот внедрение новой ресурсной мысли для себя. Да. Что значит заснула? Не хватает внимания? Вот видите, как вы себя сразу начинаете мочить? Ни в коем случае. У меня был мальчик, потом появился мужчина. Нормально? Абсолютно. Я подарила маленькую елку. Шарики-фонарики потом загорелись, когда прижал к груди. Волшин класс, да? Да. Подали какие-то картинки разные. Да, река, да, девочка. Снег, зима. Следы на снегу. Интересно. Да. Идите, да, идите, кому надо. Ребята, да, большое спасибо. Рекомендации после сеанса. Поспать. Поспать, попить водички. Вообще хорошо, да, мы специально с вами вечерочком его сделали. Поспать, отдохнуть, ничего делать не надо. Это хорошая новость. С гипнологом ничего делать не надо. Вам могут сниться очень яркие сны какие-то. То, что бессознательно, возможно, во сне будет продолжать дорабатывать этот процесс. Точно так же спокойно наблюдайте. Завтра почувствуете себя очень хорошо. Как раз под праздники. Угу. Подарила 3-летней себе то, о чем мечтала. Лошадку. Но не было денег у мамы. А я совсем забыла, что лошадку хотела. Представляете? Да, бессознательное, вот оно невероятное, да, что вот ВКонтакте оно говорит, вот это ж мы хотели, дай. Да, вот она это, видите, этот символ потребности. Потребности ребенка. А сейчас-то вы уже не лошадку дали, вы дали что-то очень-очень особенное в символе этой лошадки, да. Это как у вас такой секретный образ, понимаете, который только ваш. Ваш и вашего вот этого ребенка, которым вы были, да. Угу. Впервые поздоровалась с каждым пальцем, да. Есть, было ощущение, что весь текст прям для меня и про меня, особенно про лес. Очень рада. Угу. Что если не могла расслабиться, думала, во что ребенок одет, какую игрушку выбрать? Подумайте, что бы это могло говорить о вас. Но это неплохо, не хорошо. Это просто подсказки, да. Вот человек пишет, да, не хотела представлять лес. Да, вот и замечательно, да, другая картинка, лес не люблю. Как я и сказала, да, не надо ничего там, знаете, насильно, да. Через какое время можно повторить? Ну, я бы сказала, минимум недельку. Если захочется повторить, да, я сохраню, надеюсь, все пройдет нормально. Если потряхивает после сеанса, абсолютно нормально, да. Это напряжение, которое может продолжать выходить из тела, это... Даже я бы сказала, неплохо. Это даже вот так типа, ну, не буду говорить, прям хорошо, что вас трясет, да? Ну, как бы это хорошо, пусть оно, как говорится, выходит, да. Это могут быть какие-то физические зажимы прям выходить, соматические тоже, опять же, это говорит о каких-то глубоких, глубоком напряжении, да. Спасибо огромное, да. На полянке гору, озеро захотелось побыть, да, прекрасно. Друзья, первый опыт очень понравился, я очень рада. Я буду с вами прощаться. Я благодарю каждого из нас, говорю, каждого из нас, кто поучаствовал. Ваши мысли, отзывы, впечатления буду очень-очень рада видеть в комментариях под этим выпуском. Мне даже кашель успокоился. Да, а я, кстати, вот не удивлена абсолютно. Можете, конечно же, переслать это близким, буду очень рада.
Буду ждать отзывов, мнений. Благодарю каждого из вас. Спасибо. Прекрасного вам вечера и прекрасных праздников. Пока-пока.